Минуточку внимания, хочу послать вам беседу своего канала. Ссылка на нее будет в описании. Здесь мы сможем с вами свободно общаться. Я буду отвечать на ваши вопросы, и вы будете знать обо всем всегда первыми. Поэтому, кто еще не с нами, ссылка на беседу есть в описании. Либо можете написать просто в сообщество моего канала, и вам бот даст ссылку на эту беседу. Все, всем желаю приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и в этой серии я ходил со своим заместителем на ВЧ, и мы там воровали патроны, были перестрелки, и все как всегда. Вам предыдущее видео вроде бы как понравилось про ВЧ, поэтому я решил записать еще одно такое видео. Если вы будете поддерживать это видео лайками, там, приятными комментариями, чтобы я продолжал снимать подобное, то эти видео, точнее такие видео будут выходить все чаще и чаще. Поэтому, пацаны, все зависит от вас. Ну а перед этим я хотел бы напомнить, что играю на первом сервере Machine Holy Play, мы не Кирилл Путбол. Не забывайте увидеть мой ник при регистрации и также не забывайте увидеть мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Machine Holy Play. Также я бы хотел напомнить вам, что я вообще не умею стрелять, поэтому не нужно писать мне в комментариях, что я ноль, не умею стрелять, потому что эти комментарии будут просто бессмысленны, потому что я сам знаю, я сам понимаю, что я стрелять не умею, поэтому мне писать об этом не нужно. Как бы я больше по машинам шарю, мне больше нравится на машинах там дрифтить, в драх там все дела, а стрельба мне вообще нравится, но я решил попробовать записывать такой контент. Как бы да, я люблю перестреливаться, но я понимаю, что КРМП я стрелять абсолютно не умею, поэтому, пацаны, запомните. Все, всем приятного просмотра. Маску надо было взять. У меня Клис есть. Пиши Клис просто ФСБ. А, у меня же тоже есть, да. А, кого ФСБ? Да, да. Так, там у нас кто-то есть, кстати. Сейчас разъебем нас, как нехуй делать. Да, сейчас сольемся, как девочки просто. Как нехуй делать. Да, как нехуй делать, сольемся. О, закиньте свои. Нормально. Бля, патрон. FPS лимит 90. А я не могу оружие делать, Кирилл. У меня рецептов нет. Я оружие, ой, патроны в общак положил. Вот видишь, у меня есть все, металл есть, вот это все есть, я не могу сделать. Ой, я сейчас сюда залез. Интересно, куда ты залез, бля? Я? Да, я тебя не вижу. Я на вышке. Открой свои, свои. О, там еще мусор, по-моему, бегает, кстати. Так, давай сейчас их убьем, короче, по бурику. Минус один. О, в натуре? Да. Там мусоров, знаешь, сколько? Вон мусора, бля. Я вижу. Ох, ебашит, бля. Я его убил, прикинь? Да ладно. Я его убил через забор. Там щель была. Там щель была, понял? Я его чисто две тыки дал и пиздец. Вон он, красиво убил. Кого? Он идет на нас. Он побежал на склад, по-моему. Мы тоже. Блин, догоняй его. Блять, он быстро бегает. Сейчас бы за военным бежать. Ну ладно, побежали. Сейчас оружие возьмет. Хотя мы его не выпустим. Блин, нас могут посадить до морга, нас двое тут. Сава встал. Погнали в улице, я думаю, он сейчас сообщит, типа, в рацию, чтобы там напали и так далее, и военные прибегут. Тот вообще тут один стоял, ему половину. Ну да. Нихуя себе, блядь. Биля? Нет. Ходит, нихуя сука. Себе. Все, блядь. Один минус дал только. Но она ОФК еще уходила, дура. Сука. Блять, ну это заебаш. Бля, бинт не работает. Какого хуя? Так, я заюзал аптечку. Погнали дальше. Потанцуем. Крабика. Вот сука, гандоны, блядь. Фух, вот это уже потненько, я тебе скажу. Так, он на вышку побежал. Дигл был бы, проще было бы. Ну это да. Но у меня фул патроны есть, поэтому. Если нас даже убьют, то будет все нормально. Я так, военного убил одного. Иду за вторым. Я девку убил и все. Так, я иду за вторым, короче. Бля, я еще на паузу поставил, понял, еле паузу снял, блядь, с этой хуйни. Так, дядя. Ах ты, сука. Блядь, меня убили. Конечно, блядь, тот чувак не стрелял в прошлый раз, блядь, нормально так. Но я не отрицаю то, что не умею стрелять, но я пытался. Блять, чувак на туре, прикинь, чувак ради меня задеймил чувака, его посадили до морга. Блять, ебать он, конечно. Я вообще-то пошутил. Что, вояка зашел? О, у него хп нет, я ему убил. Все. Он прилетел. Лев бродяга. Ох, так он по этому стреляет, по пингу. Ну да. А, у него хп, он нормально сделал. Бля, ебать там вояк бежит. Пизда. Иди на склад. А, не, назад. Давай его убьем, пошли его убьем. А я уже зашел. Сейчас я аптечку езну. Куда ты нахуй побежал?
Ебать, они там едут. Ебать его в рот. Ебать, их тут много, братан. Это пизда сейчас будет. Это сейчас будет пизда просто. Бля, залетаем нахуй. Только не меня стреляйте, только не меня. Так, давайте. Ебать, бяза просто. Пиздец. Ебать мяску нахуй. Нихуя себе, бля. Вот это мы вовремя приехали, блядь. Вот это мяску просто. Там есть ФСБ, блядь. Я их битый обтебень. Ебать, это было сильно, конечно. Я еще вместе с ними понял, такой зашел, думаю, сейчас меня захуярят вместе с ними. Бля, вот это уже серия начинает набирать обороты хорошие. Вояка. Бродягу. Ой, тоже сливайте. Сливайте его нахуй. Ах ты сука. Бродягу сливай. Все, слил. Да не у меня стреляет. У меня стреляет, сука. Вояка, блядь. Это у ГМ. У него ГМ. Блядь, вот. А кто там стреляет? Вот сука, блядь. Не убьем, блядь. Бля, кто меня убил? Ебать мясо просто жестко, понимаешь? Там. А, да, Леонид стреляет. Леонид стреляет? Да. Так, а где тут этот стоит? О. Там кто стреляет? Быстрее. Батарею на одного, пиздец. Я льва убил. Красава. Ебашь там всех нахуй. Вот у меня лошара, было нихера хп, и у него нихера. Лошара, блядь. О, блядь, ФСБ. Ебучий случай. Давай, стреляемся. Убил. ФСБшник, блядь, быстрее, хуя. Понял. Минус один. А, это тот гандон, который меня посадил. Ох, ебать тебе пизда просто. Блять. Ебать, они тысячи дают, убьет. Я зайду нахуй туда. Пизда. Я зашел. О, Елена Моррисон. Блять, меня убили. Я в тюрьме, блять, оказался. Сука, блять. Я ебал просто. Я почти его убил, он аптечку заюзал, по-моему. Ты в тюряге? Да. Ну, блядь, тебе контент. Охуенный контент просто. Хоть на 20 минут, блять, заебись. Я сейчас буду на вас смотреть, блять, там, через эту хуйню. Ебать же он гандон, блять. Я почти его убил просто. Почти просто. Мальчик, молодой. Тебя убили или нет? Меня, да. Да? Я внутрь зашел, там народ дохуя было. Я и Елену Марицын убил только и всего. Ну, кого-то мне не было. Я, ну, мы стрелять. Мы должны это осознавать. Я снаружи двоих это убил. Чисто для фана, для контента делаю. Да, я почти деньги... тоже его убил, но, блядь, какого-то хуя, либо он аптечку заюзал, либо у него хп типа дохуя было. Я помню, я последнюю тыкву ему дал, он что-то не умер. Ну что ж, вот такое вот получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Повторюсь, если хотите еще подобного, то ставьте лайки и пишите комментарии, что давай продолжай снимать такое, либо не снимай, потому что я хочу разнообразить контент, потому что казино, покупка машин, домов, бизнеса, вам это все надоело, я это заметил. Я читаю все комментарии, поэтому я к вам прислушиваюсь. Также в планах снять будни дальнобойщика, пишите, снимать их или нет. Увидимся, короче, в следующем видео, пацаны. Еще раз, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.